новостью для некоторых из вас. But it is the reality of the Gospels. Но это является реальностью Евангелия. We've already talked about Matthew 23. И мы говорили уже о Матфея 23 главе. Matthew 9 and Matthew 8. Матфея 9 главе и 8. Talk about religious leaders, including the head of a synagogue. Которые говорят о религиозных лидерах, в том числе о главе синагоги. Who accepted Yeshua as Messiah? Которые приняли Иешуа как Мессию. And wanted to follow him as disciples. И хотели следовать за ним как ученики. Now I've included the last passage, John 8:44. И последний отрывок Иоанна 8:34 стих. Because many people point to this passage. Из-за того, что многие люди ссылаются на него. He calls some of the religious leaders. Он был причиной. He calls them, or he says to them. He calls. Calls them. Религиозных лидеров, и он говорит им. Or he says to them. Или он говорит им. You are sons of the devil. Вы сыны дьявола. That's pretty strong. Это очень сильно. Unless you know the following story from the Talmud. Если только вы не знаете, если только вы знаете последующую историю из Талмуда. If you want to find it, it's Yevamot 16a. Yevamot? В книге Yevamot 16a. 16a. It says there. И там говорится, that, Бен Харкинас, что Бен Харкинас, because his own brother ruled in favor of the house of Shammai, из-за своего брата, который правил над домом Шамая, Бен Харкинас described his own brother. Бен Харкинас изобразил своего собственного брата. As the firstborn of Satan. Как перворожденного от сатаны. These men were both Pharisees. Again? They were both Pharisees. Оба они были фарисеями. They were even brothers. Они были даже братьями. One calls the other the firstborn of Satan. И один называет другого сын сатаны. It's part of the rabbinic discussion of the day. И это было частью раввинистической дискуссии того времени. Which even calls others vipers or serpents. И так что называют других змеями или ехиднами. Yeshua is very much a rabbi of his day. И Иешуа очень похож на раввинов того времени. One other passage that I have not cited for you there. И еще одна ссылка, которую я еще не упоминал вам. Is the rest of Matthew 23. Это арест его в Матфея 23 главе. And in the rest of Matthew 23, Yeshua describes some Pharisees as hypocrites. Во всей главе 23 Иешуа описан некоторыми фарисеями. As hypocrites. Как назван некоторыми фарисеями как лицемер. And then uses very strong language about them. He is describing them. Описывает фарисеев как лицемеров и использует очень сильный язык. Now some people think this is Yeshua's hostility to the Pharisees. И некоторые люди могут подумать, что это его враждебность по отношению к фарисеям. But it's only his hostility to the hypocrites among the Pharisees. Но это была его враждебность только по отношению к лицемерам среди фарисеев. It's interesting to learn. И также интересно узнать, that in the Talmud and in the Midrashim, что в Талмуде и в Мидрашим the Pharisees also describe hypocrites among themselves. Что там также фарисеи очень часто называются лицемерами, даже в своей среде. And they use even stronger language than Yeshua uses. И там используется даже более сильный язык, чем тот, который использовал Иешуа. Yeshua's language is rather mild. И язык Иешуа, он даже мягок. When compared to how Pharisees describe hypocrites in their own ranks.
Если бы сравнить его язык с языком фарисеев, которые выявляют, разоблачают лицемеров среди своих. Now before I move into the area of controversy, и до того, как я переступлю к пункту конфликта, let me remind you of what we've just discussed. Также напомню вам о том, о чем мы только рассуждали. We've talked about how Yeshua's teachings, мы говорили о том, как учение Иешуа, both the positive and the negative, позитивное и негативное, can be paralleled in the writings of the Pharisees or rabbis. Как можно найти параллели в трудах раввинов? Now I'm going to give you a 5-minute break. И я вам дам 5-минутный перерыв. And I do mean 5 minutes. И я подразумеваю 5 минут. We'll come back and talk about 3 important passages. После того мы обсудим 3 важных отрывка. We call back in America the last lap. Как мы это называем в Америке, последний круг. First John chapter 5 and verse 8. Иоанна, which chapter? 5, verse 8. Иоанна 5:8. This is the passage where Yeshua heals the man on the Sabbath. Отрывок, когда Иешуа исцеляет расслабленного в субботу. And then after he's healed, he tells the man, take up your bed and walk. И после исцеления он говорит мужчине, возьми свою постель и ходи. And then, of course, the religious leaders say you violated or asked him to violate Shabbat. И затем религиозные лидеры говорят ему, что он нарушил Шаббат. But you need to understand one thing. И нужно понять еще одно. Carrying objects within a walled city. What? A city that has walls around it. Carrying. Carrying objects. Carrying. 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 Carrying objects within. Within a walled city. A wall of the within city. A city that has walls. Когда вносить какие-то предметы в тот город, который окружен стеной. Doing that was allowed on the Sabbath. Это было позволено делать во время Шаббата. Now this took place in Jerusalem. И это происходило в Иерусалиме. Was Jerusalem a city with walls? Был ли Иерусалим со стенами? If you don't believe me, join us there next summer. I'll show them to you. Если вы не верите мне, то присоединитесь к нашей поездке в это лето. Я покажу их вам. Now, not everyone would do this. И не каждый бы сделал это. But it was permitted to do this in a city with walls around it. Но это было разрешено делать в том городе, в котором была стена. So Yeshua is not violating Shabbat. Поэтому Иешуа не нарушает Шаббат. In fact, it lets us know that he knows just how Shabbat is to be observed. Но даже он знает то, как соблюдать Шаббат. Even according to the traditions. И даже в соответствии с традициями. The next passage. Следующий отрывок. It's found in Mark 2 and in Matthew 12. Это можно видеть в Марка 2 главе и в Матфея 12 главе. This is the story. И вот история эта. It's Shabbat again. Снова на Шаббат. And Yeshua and his disciples are walking. Иешуа и его ученики идут. They pass a field. Они проходят поле. They go into that field. Они идут к тому полю. They grab some of the grain that's fallen on the ground. Они подбирают некоторые колосья. Now why did they do this? Почему они так делают? For two reasons. По двум причинам. It's Shabbat. It's Shabbat. It's Shabbat. Это Шаббат. All the restaurants are closed. Все рестораны закрыты. And also it's permitted according to the Torah. И также это разрешено в соответствии с Торой. To walk through a field where there is some of the harvest that's fallen on the ground. Проходить мимо поля, и когда там уже упали некоторые созревшие колосья. And to collect it. И просто собирать их. Then the text says this. И потом в тексте написано. They took what they picked up, they broke it, and they ate it. Broke it. Broke it. Broke it open. Что они взяли колосья, потерли их, и они ели их.
Some people complained. И некоторые люди начали жаловаться. You're harvesting on Shabbat. То, что ты собираешь урожай в Шаббат. Yeshua says, no, that's not so. Иешуа говорит, нет, это не так. And then he cites one of the very same texts that the rabbis use. И он потом цитирует те тексты, которые использовали раввины. That the rabbis used to indicate you can do this kind of thing on Shabbat. И с указанием на то, что такого рода вещи можно делать в Шаббат. It's Hosea 6. Hosea 6. Yeah, Осия 6 глава. And then he cites two examples that the rabbis used. И затем он ссылается на два примера, которые используют раввины. That the rabbis used to argue that certain things are permitted on Shabbat. Когда раввины пытались доказать, что какие-то вещи позволительны на Шаббат. The example of David eating the showbread. Пример этому, когда Давид ел хлебопредложение. And the priests serving in the temple on Shabbat. И когда священники служат в храме на Шаббат. And in Mark, he also goes on to say. И также Марка он продолжает и говорит. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Что Шаббат был сделан для человека, а не человек для Шаббата. There's just one thing. И это только одно. I didn't quote that to you from Mark. И я не цитировал это для вас из Марка. Where do you think I quoted it from? Как вы думаете, откуда я это взял? Talmud. You're getting very good. Вы очень успеваете. So he uses the examples that the rabbis use. Поэтому он использует те же примеры, которые использовали раввины. He cites a rabbinic opinion. Он ссылается на мнение раввинов. To come to a rabbinic conclusion. Чтобы прийти к раввинистическому заключению. No wonder his foes were silenced. Again? No wonder his foes were silenced. They couldn't say anything. И поэтому неудивительно, что его противники замолчали. One more thing about this passage. И еще один факт в отношении этого отрывка. It comes from the tractate of the Talmud called Shabbat. Что это исходит из того раздела Талмуда, который назван Шаббат. Now all you fine students of the Talmud, tell me what that tractate is about. И вы все добрые ученики Талмуда, скажите мне. The boss knows. Shabbat. The section is 128a. Эта секция находится в 1.22а. И вот что говорит Талмуд. Человек может поднять тот колос, который упал, взять его в руки. Может потереть его. И затем может есть его. Yeshua did exactly what Talmud permitted. Иешуа делал ровно то, что позволял Талмуд. He knew what the rabbis taught. Он знал, чему учили раввины. Taught it himself. И он учил тому же. Understand? Понятно? Okay. Before I go to the last passage, let me give you a quote. Также я хочу процитировать некоторые слова. It comes also from a professor at Hebrew University in Jerusalem. Они были сказаны профессором еврейского университета в Иерусалиме. And unfortunately, he too died recently. И, к сожалению, он также недавно умер. Which got me thinking a while ago. И некоторое время я размышляла об этих словах. All these fine Jewish scholars that I quote. Все эти замечательные. All seem to have died. Wait. Все эти замечательные еврейские ученые, которых я цитирую, все они умирают. I wonder, is there a connection? Я вот думаю, может, есть какая-то связь в этом. Well, anyhow, here's what he said. И по-любому, вот что он говорит. Jesus' Sabbath healings, исцеление Иисуса в Шаббат, which angered the head of the synagogue, и что злило главу синагоги, were permitted by Tanaitic. That's a term. By whom? By Tanaitic. I'll tell you what it is in a minute. Было позволено танаитическим. By Tanaitic law. Танаитическим законом. That's early rabbinic law. Ранним раввинистическим законом. Okay, now we're ready for the last passage.
А сейчас мы готовы к нашему последнему отрывку. But as it turns out, we'll probably have to look at a couple to make this work. To look at a couple passages to make this work. И мы рассмотрим для этого несколько мест Писания. I want you to look at the middle text, Mark 7, 1-19. Для этого посмотрите на Марка 7 главу с 1 по 19 стихи. All right, let me talk you through this text briefly. Или же я кратко опишу вам этот отрывок. The first thing about this text, which we don't have time to explain in detail, и первое, мы не имеем достаточно времени, чтобы объяснять все детали, is that Yeshua has an interaction with the crowds and with his disciples. Что у Иисуса происходит общение вместе с народом и вместе со своими учениками. And this interaction follows the exact pattern. И его взаимодействие, оно следует за точным примером, точным образцом. As that followed by Yochanan ben Zakkai when he interacted with the crowds and his disciples. Образцом, когда Йоханан бен Закхай взаимодействовал с людьми. And by the way, they come to virtually identical conclusions. Virtually. Identical, exactly the same conclusion. И также они приходят к идентичному, к одинаковому выводу. Let me summarize it the way Yeshua put it. И я хотел бы суммировать это то, как говорил это Иешуа. That which goes into the mouth of a man, все то, что входит в уста человека, also of a woman, и мужчины, и также и женщины, does not go into his heart, but into his stomach. Не входит в его сердце, но в его желудок. And then comes out at the end. И потом выходит. Or literally through the end, however you want to do that. Через туалет. I'm sorry, that's what he said. In other words, both rabbis said this. Другими словами, оба раввина говорили. It's not what you put into yourself, it is that important. Не то, что вы вкладываете в себя, важно. But what is in your heart that comes out of your mouth that is important. Но то, что в вашем сердце, и то, что выходит наружу, это важно. Now, not only did Yochanan ben Zakkai say this. И не только Йоханан бен Закхай говорил это. Many centuries later, the great rabbi. И много веков спустя великий раввин. The one who's known as Rambam or Maimonides. Тот, который известен как Рамбам или Маймонидис, Маймонид. He said almost exactly the same thing. Он говорил то же самое. So what Yeshua said was very Jewish. Поэтому то, что говорил Иешуа, было очень еврейское. Now I need you to notice two things. И то, что я хочу, чтобы вы знали. First of all, look at the beginning of Mark chapter 7. Во-первых, посмотрите на начало Марка 7 главы. Is this a discussion about eating food or about washing hands? Является ли это дискуссией о потреблении пищи или об омовении рук? Clearly, it's about washing hands. Очевидно, это относится к омовению рук. A debate between Hillel and Shammai. И дебаты между Гилелем и Шамаем. That means that Yeshua's conclusion. И это значит, что вывод, который делает Иешуа, also has to do with washing hands. Также имеет отношение к процессу омовения рук. Not with eating food. А не к тому, чтобы есть, не к потреблению пищи. Are you with me? Вы со мной? Another important thing. Еще одна важная вещь. Yeshua had been accused of not following the traditions. Иешуа обвиняется, обвинен в том, что он не следует традициям. He said to those who accuse him. И говорит своим обвинителям. By your actions, it turns out that sometimes you have violated the Torah. Своими действиями вы показываете, что в какое-то время своей жизни вы нарушили Тору. Look at Mark 7:19. Посмотрите на Марка 7:19. Most translations read in this fashion. Большинство переводов дают, представляют этот отрывок следующим образом. And we'll see how good the Russian translation is here. И мы посмотрим, насколько хорош русский перевод. The last line reads in most translations. И в большинстве переводов последняя строка звучит следующим образом. So Yeshua declared all foods clean or kosher. Just translate that. Again. Он, Иешуа, он делает всякую еду чистой, кошерной. What do your translations read? Что написано в вашем переводе? The same or different?
Last line of Mark 7:19. Right. The Russian, you mean? Yeah, the Russian, or that Russian translation has it right. И в английском, в русском переводе здесь говорится правильно. But many translations and commentators. Но много переводов и много комментаторов. Teach this passage to say. Используют этот отрывок и говорят. That Yeshua called all foods clean. Что Иешуа назвал всю еду чистой. So we don't need to worry about kosher. Поэтому нам не нужно волноваться о кошере. But like I said, the Russian translation did this right. Но как я сказал, что в русском переводе это звучит правильно. And there are two reasons we know this. И есть две причины, как мы это знаем. Remember, Yeshua was accused of setting aside the traditions. Помните, когда Иешуа обвинили в нарушении традиций? He said, sometimes you end up setting aside the Torah. Again. То в какой-то день вы закончите тем, что вы и отмените Тору. Having just said that, it would be foolish for him to say it's okay to set aside one of the Torah's instructions. Say it again. It would have been foolish for him to set aside another of the Torah's instructions. То для него было бы глупо отставить в сторону или не исполнить еще определенную часть указаний в Торе. The instruction as to what food you should eat or not eat. Указание в отношении той пищи, которая нужна или которая не нужна есть. And the grammar of the passage. И та грамматика, которая используется в тексте. Says the same thing as you have translated in the Russian text. Говорит то же, что и написано в русском тексте. In America we have a saying. И в Америке у нас то же самое. What goes in? То, что входит. Must come out. Должно выйти. That's what he's saying here. И то, что он говорит здесь. Just that specifically. Именно это. And in fact, Matthew 15:20. И также Матфея 15:20. Don't turn there. I'll tell you about it. Я не открывайте. Я вам скажу это. The other text about this same story. Еще один текст и описывает ту же историю. Says exactly the same thing with no questions. Говорит о том же. It says exactly the same thing with no doubt about it. Говорит о тех же вещах и без какого-либо сомнения. It simply says what goes into a person's body. И это просто говорит, что то, что входит в человеческое тело, also goes out of the body, также выходит из тела. Thus purging or eliminating the foods. И так очищается каждая пища. Doesn't affect the heart on the way through. И это не влияет на сердце. And the heart is what's most important. И сердце это то, что самое важное. Understand? Понятно. All right. Now, how about the vision that Peter had in Acts 10? И как насчет того видения, которое было у Петра в Деянии 10 главе? You remember the story? Помните историю? Peter is on the roof of the house. Петр находится на крыше дома. And he sees a vision. И он у него есть видение. A sheet comes down. То, что спускается полотно. And it says, "Peter, and eat." И голос говорит: "Убей и ешь." Now this sheet had all kinds of animals on it. И в полотне находилось различного вида животные. Including animals that even the Romans wouldn't eat. Включая тех животных, что даже и римляне бы не ели. And Peter says, "No." И Петр говорит: "Нет." I've never eaten anything not kosher. Я никогда не ел ничего некошерного. Three times it happens. И это происходит трижды. And God responds, or the vision says, и Бог отвечает, как говорится в этом видении. What God has called clean, don't call unclean. То, что Бог назвал чистым, не называй нечистым. Now Peter's thinking about what this means. И Петр размышляет об этом значении. And why he is thinking, и в то время, пока он думает, some people knock at the door. Некоторые люди стучат в дверь. They're inviting him to go to the house of a man by name of Cornelius. И приглашают его в дом Корнилия. He's a Roman centurion. Который является римским сотником. Peter, when he explains what he did in the next chapter, chapter 11, в следующей главе, в 11 главе, Петр объясняет свое действие. Now he's reporting back to the other apostles as he tells his story. И когда он рассказывает эту историю, он
отчитывается перед другими апостолами. He tells the apostles exactly what he told Cornelius. И говорит точно то, что говорил Корнилию. God has told me. Бог сказал мне. Not to call anyone unclean. Не называть никого нечистым. What did Peter learn from the lesson? И что Петр узнал из этого урока? The lesson directly from God? Этого урока, который был прямо от Бога. Has nothing to do with food. И это ничего не имеет общего с едой. Has to do with calling people unclean. Но это имеет отношение к людям, которых называли нечистыми. And that is how Peter interpreted the vision that he had. И поэтому это то, как Петр интерпретировал видение, данное ему. And the interpretation he was given directly from the Spirit of God. И эта интерпретация дана ему прямо от Духа Божьего. Now, if you would like to interpret this another way, и если бы вы хотели интерпретировать это по-другому, take it up with the author of the interpretation. То выясняйте это с автором интерпретации. Fair enough? Справедливо? Okay. We've come to the very end. Мы подходим к концу. If none of Yeshua's teachings were different from the teachings of the Pharisees or the rabbis, если бы какое-либо из учений Иешуа не походило, не было похожим на учения раввинов, and if Yeshua flawlessly or perfectly followed the traditions, if he followed perfectly, если Иешуа следовал совершенно всем традициям, why was there conflict between him and the religious leaders? То почему существовал конфликт между ним и религиозными лидерами? Now there are a number of passages I've listed under number 3. И есть целый ряд тех мест, которые я перечислил в третьем пункте. We don't have the time to get into all those. И у нас нет достаточно времени, чтобы рассмотреть все их. But let me tell you briefly what they say. Но я кратко скажу вам, что, о чем они говорят. The first one is one we've discussed already. Первый — это то, что мы уже обсудили. The paralytic man, his friends bring him to be healed. О парализованном человеке, которого принесли его друзья. They cut a hole through the roof. Которые прорезали дыру в крыше. Lower him down. Спустили его. So that Yeshua can heal him. Так, чтобы Иешуа смог его исцелить. Yeshua doesn't heal him. И Иешуа не исцелил его. He says, "Son, your sins are forgiven you." И он говорит: "Сын, твои грехи прощены." The crowd gets puzzled or even disturbed. И толпа злится. Who but God can forgive sins? Кто может прощать грехи? Только Бог может прощать. So look at the text. Поэтому посмотрите на текст. Yeshua says, "Oops, I made a mistake." Иешуа говорит: "Ой, я сделал ошибку." Is that what the text says? Так ли это? He says, so that you may know that the Son of Man has this authority. Но так, чтобы вы знали, что Сын Человеческий обладает этой властью. He turns to the man. Он обращается к этому человеку. And says, be healed. Будь исцелен. He was claiming an authority that only God had. И он утверждал о той власти, которая была только у Бога. Now these other passages that you see listed. И эти другие отрывки, которые здесь перечислены. Up through the end, or near the end of line 2. И также к концу второй линии. Pairs things Yeshua said about himself. Again. He pairs or connects things he said about himself. Иешуа связывает то, что говорит о себе. With things that God and only God does. С тем, что только может делать только Бог. In other words, these passages show that Yeshua acts as if he were God on earth. Или другими словами, отрывок показывает, что он является Богом, и только Бог это мог сделать здесь на земле. And that, of course, is what is claimed by John 1:14. И, конечно, это то, что говорится в Иоанна 14 главе. But we already know that text. Но мы также знаем этот текст. The next three passages from John. Следующие три отрывка из Евангелия от Иоанна. Are all places where Yeshua makes claims that only God can make. Это те отрывки, где Иешуа заявляет, что он делает то, что может сделать только Бог.
And in each case, the crowd or the religious leaders react. И в каждом из этих случаев следует реакция религиозных лидеров или народа. They try to stone him for blasphemy. И пытаются побить его камнями за богохульство. And when he asks, "Why are you doing this?" И когда его спрашивают, почему он так делает? They answer, "You being a man." И они говорят, ты человек. Have made yourself out to be God. И ты сделал себя подобным Богу. They understood. Они понимали. We should also. We should also understand. Мы тоже должны это понимать. Last passage. Последний отрывок. Matthew 26, 64 to 66. Матфея 26, 64, 66. Yet another important passage. Это еще один очень важный отрывок. He's before the Sanhedrin. Когда он стоит перед Синедрионом. They find nothing to accuse him of. И они ничего не находят в том, чтобы обвинить его. And so they ask him the question. И поэтому они задают ему вопрос. Concerning his identity. В отношении его личности. And he responds. И он отвечает. You will see the Son of Man riding the clouds of glory. Вы увидите Сына человеческого грядущего в облаке славы. The Son of Man will come riding the clouds of glory. Сын человеческий придёт в облаке славы. It's a picture from Daniel 7. Это картина из Даниила 7 главы. And from 1st Enoch, another literature of the Second Temple. И первой книги Еноха и другой литературы периода второго храма. The Son of Man is a majestic supernatural figure in these passages. Сын человеческий — это сверхъестественная царственная особа в этих отрывках. And as if that weren't enough to claim for himself. If that was not enough. Этого не было достаточно, когда он говорил о себе. He adds in a very radical fashion this phrase. И также он очень радикально добавляет следующую фразу. I will come riding the clouds of glory. Я приду на облаке славы. There is only one who rides the clouds of glory. И есть только один, который грядет в облаке славы. This picks up two of the terms we've used before. И в этом используются два термина, которые мы использовали раньше. Якар and Шехина. Якар и Шехина. Where did we see the clouds of glory before? И где мы до этого могли видеть облако славы? In the wilderness doing that first Sukkot. В пустыне во время этого первого праздника Суккот. God himself led the people through the wilderness with that cloud. Когда сам Бог вёл людей в пустыне посредством этого облака. And when the tabernacle was finally set up. И когда наконец была установлена скиния. The glory filled the tabernacle. Слава наполнила скинию. So much that even Moses couldn't go in. Так сильно, что даже Моисей не мог войти. Yeshua is the one who rides those clouds of glory. Yeshua это тот, который грядёт на этих облаках славы. Only God does that. И только Бог делает это. No wonder the Sanhedrin said. И неудивительно, что Синедрион говорит. This is blasphemy. Это богохульство. Friends, you have two choices about Yeshua. И, друзья, у вас есть два выбора в отношении Иешуа. And I mentioned this 5 years ago when I taught apologetics. И я упоминал это 5 лет назад, когда я учил апологетики. And since undoubtedly you've forgotten it. What? Since undoubtedly you have forgotten that. И так как несомненно вы уже забыли об этом. It'll sound fresh and new to you. Поэтому это будет звучать для вас по-новому и свежо. It comes from C.S. Lewis. И это говорит Клайв Льюис. Here's what he pointed out. Вот что он говорил. Given the things we've just looked at, based on the things we've что мы только рассмотрели, you have only two choices. У вас есть только два выбора. Execute him for blasphemy. Казнить его за богохульство. Or fall at his feet and call him God of the universe. Либо пасть перед его ногами и назвать его Господом Вселенной. You have only those two choices. У вас есть только два выбора. He did not intend to give you any others.
И он не намерен вам дать какой-либо другой выбор. It's your choice about the Jewish Messiah. Это ваш выбор в отношении еврейского мессии, раввина and Lord of Israel. И господина Израиля. We know the answer. Мы знаем ответ. Because he rose from the dead. Так как он воскрес из мертвых. And now you are invited to rise from the dead as well. А теперь я также вас приглашаю воскреснуть из мертвых.